дорогие обитатели галактики, друзья, наше прекрасное сражение ситхов, джедаев и всех остальных недолго заканчивается. Если вы в настроении посмотреть еще три захватывающих боя, прошу к нам на арену. Это поединки лучше. Это конфликты, это великолепная борьба за вечную славу. Это вызов картеля. И перед вами выступят еще три пары бойцов. Что ж, начнем. Слева от вас, прямиком с планеты Карелия, удивительный мастер мудрых высказываний и применяющий свою философию к боевым искусствам, человек, чьи слова не расходятся с делом, и просто отменный дуэлянт, аплодисменты, Кроу Даспин! И сегодня мудрость столкнется с непосредственным действием. Встречаем! Справа от вас! Наемница и коллекционер оружия с непростым прошлым. Уроженец планеты Кессель. Это Витания Шейнь! Бойцы, есть ли что у вас сказать друг другу? Ну что, джедай, готов к неотразимой лавине ударов? Ха, ты переоценишь свои возможности. Не делай себе посылки, наемница. Посмотрим, окажется ли это правдой. Приготовились! Начали! Бой окончен! Питание Шейн повержено и без сознания. Конец боя! Удивительно, друзья, но победителем стал Кроу Дасквин! Как так глупо получилось? Ни за что бы не подумал, что бой между противниками такого уровня может закончиться настолько быстро. Как по мне, это было даже слишком. Немного жаль, что Витания Шейн не успела продемонстрировать хоть что-нибудь. Но от этого не менее интересно будет смотреть следующий поединок, друзья. Представим их. Слева от вас еще один вооруженный до зубов наемник. Но будем верить, не столь неподготовленный. Его карьера впечатляет, ведь он профессиональный охотник за головами. Поддержите аплодисментами, леди и джентльмены. На арену выходит Кетар Крайс. А справа от вас почтенный лорд, достойнейший потомок одного из великих домов Альдерана, добрый друг и боец со строгой дисциплиной, имею честь представить вам лорд Мираж! Бойцы, есть ли у вас что сказать друг другу? Наконец-то я заберу награду и тебя, лорд Мираж. Ну попробуй, я парень не промах. Ну что ж, приготовились! Начали! Победу одерживает лорд Мираж! Что ж, весьма увлекательный бой. Но пора бы переходить к следующему... Кетар Крайс. Никто не занимает у картеля денег и не отдает Кетар Крайс. Уберите его отсюда. Это было как-то чересчур, дорогие друзья. Кетар Крайс и так проиграл. Ну а что можно было ожидать, Глориос? Это случилось потому, что охотник за головами перешел дорогу не тем людям. Вот что бывает, когда не отдаешь долги картелю. Да, картель умеет красиво забирать долги. Но не будем о грустном, друзья. Нас ждет следующий бой. И справа от вас. Вы видели, на что способна коварная Дартада? Но чего стоят в деле ее ученики?
Пускай загадочный культ преследует общие цели, эта ученица не очередной слепой последователь, а настоящий манипулятор и хитрец. Поприветствуем аплодисментами. Перед вами Дарт Хеон! Слева от вас у вас что-то пропало? Возможно, угнали целый корабль. С немалой долей вероятности такую авантюру провернула именно она. Дама далеко не робкого десятка, искатель приключений и весьма неплохой боец. Встречаем Леди Ники! Бойцы, есть ли у вас что сказать друг другу? Никто не смеет переходить мне дорогу и оставаться в живых. Подруга, сотый раз говорю тебе, у меня есть шанс. Вижу, дамы, вы знакомы с друг другом не понаслышке. Отличное место, чтобы решить это. Приготовились! Начали! Чем могла Леди Ники в свое время так насолить Дартеон? Представить не могу. Это совсем не обязательно, Глориоса. И конфликт решился здесь и сегодня. Аплодисменты бойцам, дамы и господа. И знаете, друзья, думаю, на этот час бойцы закончились. Но поверьте, картель припас для вас еще много нового. Ждем вас после небольшого перерыва, когда бои вновь будут греметь. До скорого! До встречи через час, леди и джентльмены.